Привет, мистер президент, и у нас... Что? Правильно, у нас задание с Диасом. Единственное, я бы броник бы взял бы. Да, кстати, наверное, стоит съездить взять броник все-таки. Погнали. Дай, пожалуйста, быструю точку. Дай. Спасибо. Потому что я рисковать не хочу. Оружием и всем остальным. И учитывая, что здесь это вроде как должно быть относительно близко. Ну, типа секунд. Не секунд, конечно, но близко. Два раза через мост, и там, да. Там мы спокойно возьмем. Так, оружие. Блин, найти бы еще, знаешь, что, где брать снайперскую винтовку, и вообще цены бы там всему дела не было бы. Вот это я разрулил обстановочку. Так. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, бронежилет. Спасибочки. И едем выполнять Диаса задание. Потом как-нибудь попрыгаем, наверное. Хотя можно попробовать здесь сейчас. Ну да. Пошла нафиг. И раз. Она этой быстрой тачке мне засчитает прыжок. Засчитали. 200 наград всего. Нет, этого не стоило. Просто убил тачку ради прыжка, ради 200 баксов. Ты чувствуешь просто вот эту боль? Убить тачку ради 200 баксов. Хорошо, хоть не моя. Ай, можно я поеду, спасибо. Куча прыжков еще через этот мост. Как-нибудь мы разберемся с прыжками. Может быть, но это не точно. Самое основное и главное, что не нужно пройти все задания. И вот это меня в первую очередь волнует. Так, окей, сейвимся. Как раз ночью, это идеально. Давай. Стиратели. Хе-хе-хей. I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. А, он сейчас даст офигенное оружие. А, нет, у нас такое же, по-моему. I like. Нет, мне не нравится. Так, научиться бы стрелять. Там где-то прицел, блин, он сбит. Я имею в виду, если без правой клавиш. Ну чё, Диас, настало твое время. Так, здоровье, Ланс, окей. Стой, подожди-ка, я типа же это... Кимпа, до свидания. 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 По-моему, мы прямо не сможем попасть, короче, насколько я помню. А, ты не умираешь с первого выстрела? Так, здесь нам не попасть, да, нам только в обход идти. Окей. Только полицейских нам здесь не хватало, конечно. Ладно, давай спустимся. Что это? Это не замедление? Замедление. Ладно, давай возьмем замедление, так и быть. Оно нам понадобится. С ним будет гораздо проще. Любое задание под замедлением происходит гораздо эффективнее. Здорово, пацаны. Ага, вот он стреляет как раз тот угол. Все, я понял, куда целится более-менее. Здорово. Окей, готов. Угу, готов. Блин, как-то надо переключаться так быстро. Здесь еще чубрики стоят. Вот, даун. Готов. Мы пойдем. А, все, замедление больше не работает, да? Ну, главное выжить. Главное заглядывать за углы. А, все, мы в особняке.
Так, тут по-любому кто-то есть. Здорово. Так, хорошо, что прицел наконец-то начал нормально работать. Ну как нормально работать, просто я начал видеть, куда он целится. Просто я не хочу каждый раз целиться, типа, это... правой кнопкой. Это непродуктивно. Чё, больше никого? Так, он выше, выше, выше. Вот сейчас он должен быть рядышком. И что? Давай возьмем, так и быть. Он выше? Как он может быть еще выше? А, нет, он наоборот ниже. Все, я тебя понял, это просто была типа это. Ну давай, взорви бочки еще, давай, давай. Конечно, чего нет-то? Это мы просто взяли этот. Ясно, ладно. Нам в центральную часть надо попасть, насколько я помню. Окей, так, там еще кто стоит, я тебя вижу. Минус, тут рядом стоит по-любому. Так, окей, эти все готовы. А, вот он сам, сударь. I've come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real soon! You murdering bastard! Так, ну-ка. Готов, здесь тоже где-то будет еще один стоять, нет? Нет, отлично. Ну он все, он типа, я так понимаю. Да. Отлично. Ну, просто потому что у нас была нормальная пушка и были патроны, и поэтому, конечно же, нормально проходим. Это было не самое сложное здание. My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy! I would have had you made! Say goodnight, Mr. Diaz! По-моему, с этого момента мы сможем приобретать собственность и получать, да, приобретена собственность, получать с этого деньги. Вроде как. Сейчас расскажут? Нет, не расскажут. Ничего. Миссия пройдена 50. Во, наконец-то у нас нормальные деньги. Давай сохранимся, типа. Сделаем вид, что мы сохранимся. А что, у нас тут задание теперь есть? Где задание? Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. And let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle. Or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Are you seriously? Просто пытаться всех напугать. А, у нас теперь типа тут оружие раздается. Так, а где они на карте? Ну-ка. Ага. А, миссия с магазом? Реально, серьезно? Она здесь? В этот период? Интересно. Никогда не помню, чтобы она здесь была. А, ну проще все, короче, напрямую. Хотя, может, и не проще, а проще вот так. Вон там тоже прыжок. Ну, запомните прыжки вообще. Дайте проехать, смотри, дайте проехать, проехать. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Благодарю, благодарю. Извините. I'm special. Возможно, нас пошел. Возможно, чуть-чуть пошел. Так, броник есть, тачка есть, патроны есть. Все, в принципе, есть. Главное доехать. Главное доехать живым. Главное доехать. Там на месте разрулим. Правда, я не понял, кого мы собираемся пугать.
И чё, где они? Они все в магазе? А, да, они серьезно все в магазе, по-моему. И как я должен успеть за 3 минуты разбомбить целую толпу народу? Разбей стекла во всех магазинах. Так, а на этом этаже есть стекла. А чё не показывает ничего, какие стекла-то разбивать? Да-да-да, сейчас будут, короче, эти... Опа-па, за мной гнаться. Так, тут часть... Да ну отвянь ты лучше, не? Что ж тебе от меня-то надо? Где еще стекла? Так, там выше, выше, значит, побежали сначала. Хотя давай сразу здесь выше разберемся. Чё, охранник по мне стреляет? Ты чё, прикалываешься, охранник? Ты чё? Ты дерзкий охранник? Извините. Так, окей. Гулянка. Звезды убрали. Ну, и так неплохо. Эта звезда нам немножко мешает. Так, в этой части готово. Так, окей. Еще есть вот тут наверху где-то, да? Или вот здесь? Нет, вроде наверху. Так, минута осталась. Вообще-то надо торопиться, как бы это. Немножечко. Немножечко стоило бы торопиться. Кто по мне стреляет? Кто стреляет? Где? Не вижу нифига, кто стреляет. Ладно, пофиг. Бегом! 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 Нам надо еще успеть несколько витрин расстрелять за минуту. Давай беги, ну же. Что ж ты такое, блин, нифига не попасть, ни почему. Воу, ребята, вас что тут так дофига-то? Я не буду с вами никак разбираться, отстаньте от меня нафиг. Сейчас мы быстро с этим разберемся. Она... Дос. Да ну ё-моё. 2, 3. Всё, 5 звёзд, они угорают. Теперь ты можешь покупать собственность в различных районах города, ну это понятно, вот оно началось наконец-то. Если увидишь значок зеленым домом, то можешь принести его в свою собственность. Понятно, понятно. Что это дает, кроме того, что можно засейвиться? Встань на зоне, затем нажми кнопку Tab. Но это, блин, я уже приобретал. А, и всем по барабану, смотри. Закончилось, и мы разъехались. Понятно. Так, КПшки понятно. Тори, да, можно было, наверное, тачку взять. На тачке все это разбомбить, да? Стопудово, смотри, вот так вот. Типа. Ну да. Ладно, так. Пистолеты здесь. И что здесь? А нам, в принципе, оружие-то нафиг не нужно, у нас есть. Ясно, мы не можем отсюда выбраться никак, иначе, кроме как выйти через магазин. Бабуль, здорово. Дайте, пожалуйста. Офигеть, конечно, он быстрый. Стоять. А, ты не из тех, кто стоять. Ну и ладно. Ну и фиг с тобой, возьмем вот этот. Так, что у нас осталось по заданиям? У нас, значит, CSB. На этом острове задания больше нет. Единственное, что я хочу попробовать купить клубешник и посмотреть, что это даст. Но я не помню, что это давало. То ли оружие дополнительное будет спавниться возле дома.
Вот, не помню. Ладно, сейчас быстро покупаем, короче, клуб. И после этого, я думаю, едем на Би. Потому что там основные задания дальше надо выполнять. Сколько стоит клуб-то вообще? Тут 20 тысяч? Ну да. Не быстро мы и не покупаем клуб. Ничего, успеем мы перепрыгнуть? Эть. Я надеюсь, успеем. Я надеюсь, мы перелетим в воду. Нет! Да ты угораешь, что ли? А я засейвился вообще? Ну кто мне скажет, я засейвился? Где я засейвился? Стирайте. Только не говори, что я засейвился до магазина. Я засейвился до магазина. Замечательно, просто замечательно. Потратил время на это дело. А тут всего-то 5 минут дается. Ладно, короче, надо было сейвиться. Надо сейвиться чаще. Так, окей, там, короче, можно зайти в магаз с другой стороны и на тачке быстро все это разбомбить, судя по всему. Попробуем этот раз так поехать. Может, так быстрее получится. Нет? Вот это нас завернуло. Просто прыжок. Вот будет мне уроком. Перед каждым прыжком, блин, сохраняйся, блин. Давайте проехать. Так, вход есть здесь. А где вот был вход с тачкой? Если бы я помнил, где вход с тачкой. Ланса, что, неубиваемая машина? Или она более бронированная, чем все остальные? Где вход с тачкой? Вообще должен быть теория с той стороны. То есть не вот здесь. А если есть вход, то с той стороны, и там вход с тачкой, и с тачкой хотя бы по первым уровням нижним, это будет быстрее. И вообще вроде как вот здесь. Да. Отлично. Сделаем это более, как это было задумано изначально. Да ну нет. Ты можешь что сделать? Отлично. Так, теперь ты. Это просто гораздо быстрее, чем это как будто получается. Как будто бы, но не точно. Да, все быстренько на первых этажах разруливаем. Потом просто быстро катим, короче, на второй этаж. И там это все быстренько разруливаем. Так, вижу. А, этот, по-моему, так не разобьешь, да. Ладно, хотя бы тебя. А, тут просто на втором этаже они есть. Ясно, я понял. Я все понял. Дайте проехать. Так, здесь надо просто... А, подожди, я ж могу сделать так. Да. Да, отвенься. Главное, машину не разбить быстрее, чем... Ага. Сюда он не может дострелить, сюда он не может стрелять. Все, я тебя понял. Здесь. Раз. На. И еще остались вот здесь парочка. Готово. Вылазим. Нет, там еще были одни, которые не успели мы сделать. Не понял. А, нет, разобраться. С этими не надо разбираться, ладно. Сейчас быстренько раз. Так, тут еще один. И на этом же уровне есть еще один магаз наверху. Его быстро раскручиваем и все. Это блинский.
Все? Все, отлично. Так, разрулили. Да, понятно. Поехали дальше. Так, это долго происходит. Мне кажется, мальбом можно было написать гораздо красивее все-таки. На 3D-шный значок домика. Да, не потратили время, чтобы он был красивый, ровный. Значок Малибу, значит, нет. Окей, сейвимся сразу. А что это такое? Что это за задание? А, надо успеть, типа, убить кучу народу? О. Они угорают. Надо просто успеть кучу народу грохнуть. 30 чубриков. Где они все? Не понял, или надо магазин разрушить? Кого? Нет, не людей. А то я было подумал. Не магазы же? Нет, а что тогда? Я просто не вижу, что еще можно тут разрушить. Какие-то предметы, типа вот этого стаканчика. Но он не разрушабельный. Что, пальма? Нет. А что тогда? Вот этих чубриков, что ли? Сейчас, подожди, проверим. А, да. Ну, блин, ну я не успею за 33 секунды. Должно тогда больше появиться, тут успеть было. Ладно, закончим и уедем отсюда. Да, до свидания. А, смотри, все делается очень просто. Раз. А, нет, и загрузочка, давай-ка. Я не хочу с полицейскими разбираться. Неужели он сохранит даже, ну, типа, этап этого задания? Кажется, я залагал... Да, я залагал сохранение, потому что нельзя сохраняться так. Офигенно, в натуре четко, в натуре классно, в натуре красиво. Ладненько, что ж, тогда на этом закончим серию. Спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм. И, конечно же, подписывайся на канал. Пока-пока.